В канун праздников агентство «Хабар» подготовило еще один сюрприз телезрителям. Мы предлагаем специальную праздничную программу. Военные киноленты, цикл документальных фильмов о неизвестных героях Великой Отечественной, легендарные песни военных лет в исполнении звезд казахстанской и российской эстрады. О том, что сейчас происходит по эту сторону экрана, Дамир Галиев. Главное действо – грандиозный военный парад, посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Телеканал «Хабар» покажет в прямом эфире. Наши камеры начнут трансляцию 7 мая в 10:45 с главной площади столицы Казах-Ели. Украсит эфир классика военного кино. В бой идут одни старики, песня «Машук», «Женя», «Женечка» и «Катюша». Будут даже эксклюзивные премьеры. Из документальных лент зрители узнают о казахстанских летописцах войны, о людях, которые бок о бок с солдатами прошагали всю войну. Это кинооператоры, фотокорреспонденты, журналисты. Отдельная роль отводится легендарным героям кровавых сороковых. Документальный фильм «В небе только асы» про наших замечательных летчиков, среди которых Талгат Бигельдинов. И, конечно, «Ярость благородная» — это те самые казахстанцы, о которых в свое время Илья Эренбург сказал: «Я даже не знал, что есть такая армия – казахи», потому что настолько смело, настолько храбро они складывали, к сожалению, свои головы на фронтах войны. Особое место в праздничной программе отведено концертам. Телезрители услышат любимые мелодии, ставшие неотъемлемой частью Великой Победы. «Алия», «Синий платочек», «Катюша», «День Победы». Организаторы обещают, некоторые мелодии прозвучат в новой интерпретации. Это концерт Дариги Назарбаевой с участием звезд казахстанской оперы. И завершающий такой концерт 11 мая вечером «Поклонимся великим тем годам» с участием Розы Рымбаевой, Алибека Днишева, Рената Ибрагимова, Сергея Захарова. Впрочем, это лишь анонс. Праздничный эфир телеканала «Хабар» обещает немало интересных сюрпризов для телезрителей. 7 по 11 мая. Не пропустите. Дамир Галиев, Гани Алшимбаев, Астана.